Вітаем вас на телеканале «Беларусь 3» новини культуры у калейдоскопе адметных подей, вядомых имен и памятных дат. На календары 2 листопада. Сегодня православные верники Беларуси отзначают осеньские дзяды, день поминания продков. А зараз мы переходим до огляду культурных подей дня. Недавно в Беларусь привезли одну из святых католических реликвий – фигуру Мати Божией Фатимской. Свои цуды и пророцтвы явила она у початку минулого стагодия у Португалии. Як сустрели христианскую святуню, якой доверяет и молится у весь католический свет у Могилеве, доведаемся с наступного сюжета. У 2017-м католики будут узгадывать стагодзе фатимских объявлений. Попадание именно у Фатиме в 2017 году мясцовой дзятве несколько раз уявилась Дева Мария. По словах верников, у часы своего объявления она молила людей об вертанне до веры. Лишится, что менавіта Фатимская Дева Мария у свой час выратывала понтифика Иоанна Павла II от смяротного замаху. Цудодейная фигура вандровала по католических приходах Могилевской области. Треба отзначить, что верники по традиции витают Фатимскую старую белыми хустками. Протягиваем огляд культурных подей. Завтра Белорусская державная филармония запрошает усіх на открытие Дзён культуры Эстонии у Минску. Традиция их проведения была усталявана еще у советские часы. Але после распада Союза надолго была забытая. Узнавили ее 3 года тому. А зараз накируемся в Витебск, где в областном краязнавчом музее працюе выстава под назвой «Як Феникс с попелу. Разбурение и обновление Варшавы 1939-1955». Проект присвечен беспрецедентному феномену одраджения разбуранного дашчэнту у годы немецкой оккупации города и 35-годию унесения реконструкции старого города Варшавы у список сусветной спадщины ЮНЕСКО. На выставе представлены 3 историчные периоды. 36 планшетов, на яких квітнеючая довоенная Варшава – разбуранная и обновленная после войны. Театралу запрошаем наведать шлюбный кірмаш у Белорусском державном академичном музычном театре. Гэта комичная опера Узеира Хаджибекова, сюжет, якой автор узял життя. Яе герои смело и рашуча змагаются за уласное счастье с средневековыми забабонами усходних народов. Теперь твор перекладены на 70 мов и поставлены у больше, чем 90 краинах. Протягиваем мандровку по культурной просторы нашей краины. И зараз зазернем у Гомель на международное науковое читание, присвеченное памяти народного письменника Беларуси Ивана Навуменки. Сем краін-удзельніц паўсотні запрошаных. Падчас мерапрыемства мясцовыя і замежныя навукоўцы вызначалі актуальныя пытанні і спрабавалі даць на іх адказ. Свае даклады агучылі спецыялісты з Беларусі, Расіі, Польшчы, Украіны, Германіі, Славеніі і Вялікабрытаніі. Выступленні навукоўцаў паказалі, беларускай літаратуры актыўна цікавяцца і за мяжой. Прычым, некаторыя з гасцей заявілі аб гэтым на беларускай мове. Наступная подея, спадзяюся, выклікае интерес у аматараў детективного жанру и доброго гумору. Сегодня у столичный палац профсоюзов завітае заслуженный артист России, знакомитый телеведучий, один из самых вядомых следчых и не меньше вядомых контрабандистов Советского Союза Александр Каневский. Он поделится цікавыми историями, успоминами с життя и профессийной деятельности, а так само откажа на пытанне глядачоў. Аўтамабіль, на якім спрабаваў уцячы ад пагоні герой Леаніда Каневскага з фільма «Брыльянтовая рука», цалкам мог бы стаць музейным экспанатам і заняць сваё пачэснае месца ў адноўленым музеі аўтамабіляў у Лос-Анджэлесе. Дорогая реконструкция изменила обличье найбуйнейшего в свете автомобильного музея Петерсона у Лос-Анджелесе. Але за ультрасучасным фасадом крыется еще больше дивная з'ява. На площади у 9000 квадратных метров разместились 25 выставочных залов. У них представлены больше за 100 автомобилей. Еще 200 размещены у сховища. Один из поверхов музея присвечены истории автомобиля, другие их дизайну, а третий эксклюзивным авто голливудских киноактеров. Немагчыма мець музей автомобиля у Лос-Анджелесе и не говорить про Голливуд, про автомобили зорок, автомобили, которые отыгрывали великую роль у кино. У зале голливудских раритетов можно увидеть знакомитую Делорен с дверима типу крылы чайки. З гэтага спортивного авто доктор Эммет Браун створил машину часу. Крыху далей разместился легендарный Бэтмобиль с фильмов «Бэтмен» и «Бэтмен вертается», снятых Тимом Бёртоном. Нагадаем, что музей Петерсон открылся в 1994 году. У им заховывается одна из самых великих коллекций автомобилей у свете.
У столицы протягивая свою работу международный фестиваль «Белорусская музычная осень». Сегодня эстафету академичной и эстрадной музыки подхопливая канадский пианист, лауреат международных конкурсов Александр Целяков. Гэтым вечером он будет зачаровывать белорусскую публику ноктюрном Шопена, этюдом Скрабина, прелюдиями Рахманинова. Про то, что еще отбывается у культурной просторы столицы, доведаемся с наступного сюжета. Мы согласились на сексуальные услуги за деньги. Не сразу. Как-то после выступления в стрит-баре ко мне подошла девушка. Девушка. Прыгажуні і стриптизеры таксама плачуць і маюць патрэбу ў душэўнай размове з псіхааналітыкам. Родители погибли в автокатастрофе. Але хто пазбавіць ад дэпрэсіі самога доктара? У новым тэатры прэм'ера. Бонусны сеанс псіхааналіза па нетрывіяльнай методыцы рэжысёра Сергея Куликоўскага. Ну што тут такое? Мальчик-проститутка, девочка выскочила за босса замуж. Все недовольны. Чё происходит? А происходит, что любви нету. Да драматургіі Дыяны Балыкі Сергей Куликоўскі звертаецца ўжо чацвёрты раз і не стамляецца ставіць у айчынных тэатрах яе смелую і нават у чымсьці скандальную п'есу «Псіхааналітык для псіхааналітыка». Бонусны сеанс псіхааналіза – яе трэці сцэнічны варыянт. Без сорому і хлусні, якімі павінен быць сапраўдны псіхааналітычны сеанс для гледача. Другого лістапада 1937 года адбылася цікавая гістарычная падзея. Напярэдадні і ў гонар 20-й гадавіны рэвалюцыі на 5 вежах маскоўскага Крамля замест зорак з уральскіх самацветаў, якія з часам згубілі бляск, зазялі новыя рубінавыя зоркі. Вага кожнай больш за одну тону, іх святло бачна ўначы на адлегласці 10 кіламетраў, і не згасаюць яны нават днём. Толькі двойчы ў гісторыі зоркі патушылі. Упершыню падчас Вялікай айчыннай вайны, бо яны былі выдатным арыенцірам для варожай авіяцыі. Другі раз у 1996 годзе па асабістай просьбе рэжысёра Мікіта Міхалкова, які здымаў сцэны начной Москвы для фільма «Сібірскі цырульнік». А зараз накіруемся на Магілёўшчыну. Тут, у Дрыбінскім цэнтры дзіцячай творчасці, імкнуцца развіваць новыя напрамкі дзейнасці. Ці ёсць вынікі, глядзім у сюжэце. У маленькой майстерні Центра дзіцячай творчасці над стварэннем сапраўднага тэатра лялек працуюць дзеці. Настаўнікі толькі дапамагаюць. Менавіта калі ствараеш ляльку, і нараджаецца сапраўдны творчы тандэм. А далей – вобраз і репетыцыі. Создавать куклы самим, они-то интересно очень, потом выступать с ними, и с ними очень круто, они как становятся как друзья, вот с ними разговариваешь. Мы вкладываем туда в душу, в куклу. В каждую куклу? Да. И хватит души на всех? Конечно. Куда же подевались эти зайцы? Так кушать хочется. Маковые росинки с утра во рту не было. Старая тканина и папера – материалы, что есть у каждом доме. А выник невероятный. Это дает всем детям навыки социализации в обществе. То есть готовит их ко взрослой жизни. Ну и учит, конечно, и общаться между собой, и ценить прекрасное. И готовит их к дальнейшей жизни, а для некоторых может и стать профессией. Изготовление скульптуры вначале дает то, что дети развивают пальчики, сенсорику. Техника речи, работа над дикцией, правильным произношением. Ну и очень хорошо тренирует память. У суседнем покое дети майструют пано из яичных шкарлупин. Работы из таких материалов экспонуют на творчих конкурсах, как соправдные узоры мастерства. И мясцовые наставники с задовольнением отзначают, что сдолели вынести незвычайно упростым, как докрануться до сердца каждого дитяти. А зараз узгадаем славутых імяніннікаў дня. І перш за ўсё звернемся да асобы беларускага пісьменніка, кінадраматурга, лаўрэата літаратурнай прэміі БССР імя Якуба Коласа Максіма Лужаніна. Александр Каратай – гэта сапраўднае імя пісьменніка. Нарадзіўся ў 1909 годзе ў вёсцы Прусы на Салігоршчыне. У маладосці быў удзельнікам літаратурных аб'яднанняў «Маладняк» і «Узвышша». Працаваў на беларускім радыё. Пасля вайны працаваў у газеце «Звязда» і часопісе «Вожык». А потым б
быў галоўным рэдактарам кінастудыі «Беларусьфільм». Апошні сшытак сваіх вершаў паэт напісаў і перадаў у газету «Літаратура і мастацтва», калі яму было ўжо 92 гады. У гэты дзень, 110 гадоў таму, старажытна-арыстакратычны род ламбардцаў папоўніўся яшчэ адным прадстаўніком – графам Лукіна Вісконці ды Мадроны, якому наканавана было стаць вялікім рэжысёрам, акцёрам і бунтаром. Лукіна Цудоўны – так называлі яго ў Італіі. Перакананы марксіст, актывіст антыфашысцкага руху, ён стаў адным з заснавальнікаў італьянскага неарэалізму і ключавой фігурай кінематографа 20-го стагоддзя. У 1963 годзе на каннскім кінафестывалі «Золотой пальмавай галінай» быў ганараваны адзін з лепшых фільмаў Лукіна Вісконці – «Леапард». Ролю князя Фабрыцыя Саліны бліскуча выканаў акцёр Берт Ланкастер, які гэтак жа, як і Вісконці, нарадзіўся 2 лістапада толькі ў 1913 годзе. Ланкастер быў не толькі зоркай Галівуду, але і любімцам мэтраў еўрапейскага кіно. Многія нашы суайчыннікі запомнілі Берта Ланкастера ў ролі вядучага савецка-амерыканскага дакументальнага фільма «Вялікая айчынная». Вяртаемся на радзіму і адразу трапляем у цудоўны свет музыкі Мікаэла Трывердзіева. Яго мелодыі можна пазнаць з першых гукаў, а на песнях з кінафільмаў «Іронія лёсу» і «17 імгненняў вясны» вырасла не адно пакаленне гледачоў. На праграму «Імгненні кахання», прысвечаную 85-годзю майстра, запрашае гледачоў музычная гасцёўня Таццяны Старчанка. А мы запрасілі да сябе саму гаспадыню. Татьяна, здравствуйте. Творческое наследие Микаэла Таривердиева – более 100 песен и романсов, не считая остального огромного музыкального багажа. А легко ли сложилась программа концерта «Мгновение любви»? Я понимала, что публика сразу увидит концерт и сразу захочет прийти и услышать, потому что при всей любви публики и нас всех к музыке Таривердиева он не часто звучит на концертных эстрадах. Его трудно исполнять. Микаэл Леонидович Таривердиев писал очень непросто. И поэтому мне очень хотелось, чтобы в концерте, который будет у нас звучать, была та музыка, которую любят и которую ждут. И были неожиданные произведения. Те, которые слушатели знают, но не так широко они известны, как вот песни, романсы из кинофильмов, которых я перечислила. Наверное, с такой же любовью, как и репертуар, подбирали и исполнителей. Было очень важно знать, для кого кто должен исполнять. Много лет назад я была в гостях у вдовы Микаэла Леоновича Веры Таривердиевой. И впервые именно она мне поставила послушать монооперу «Ожидание». Я была просто потрясена. И в этот момент я понимала, что у нас в Беларуси ее споет именно Татьяна Третьяк. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот есть Наташа Акинина, прекрасная меца сопрано оперного театра, а видела, что есть ноты у Таривердиева, цикл на стихи Беллы Ахмадулиной. И вдруг появляется Наташа, мы с ней работаем, и я понимаю, что именно она и должна это хорошо спеть. И вот таким образом происходит потом формирование репертуара. Татьяна, а будет что-то свое, какая-то собственная интерпретация произведений композитора? Нотный текст таривердиевский, он такой сложный. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два. И на этот метр положен текст. Поэтому тот, кто взялся и выучил, он уже молодец. Как получается, вот это уже судить слушателю. Татьяна, спасибо вам большое за интересную беседу и до встречи на концерте. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на нашым YouTube-канале ў інтэрнэце. Да сустрэчы!